Мы продолжаем наш выпуск. В июне может вступить в силу закон, который запрещает продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. В первом чтении депутаты Московской областной думы приняли законопроект, который предусматривает введение административного наказания за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. А самые жесткие санкции предусмотрены для юридических лиц. Сумма штрафа может достичь 150 тысяч рублей. Мы считаем, что сумма штрафов нормальная, сопоставимая. Мы их обсудили с предпринимательским сообществом. И, конечно, сейчас мы должны еще получить оценку регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности, которые нам даст Министерство инвестиций и инноваций, уполномоченный орган исполнительной власти. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.